Иван, тебя с дублем и с победой в этом сложном матче. Расскажи, что это было. Спасибо большое. Это командная победа. Где-то вначале не получалось, пропустили ненужные голы, но собрались, поговорили в раздевалке после первого, после второго. И за счет желания, наверное, вытащили этот матч. Очень эмоционально было в раздевалке после первого периода. Расскажи, о чем шел разговор там? О том, что, в принципе, они дают играть в хоккей, они сами играют и нам дают. А мы паниковали, наверное, то, что увидели «Металлург», «Магнитогорск» и немножечко рабели, если так можно выразиться. Поговорили, чтобы не боялись, играли в свой хоккей с позиции силы, и я думаю, это и принесло результат. Сегодня мог набрать очки и раньше, хорошо, там Барулину пасовал, до этого были моменты. Что пока с реализацией команды? Слушайте, 5 голов забили, вроде неплохо, но будем работать, надо больше забивать. Пару слов о овертайме для тех, кто не видел этого гола. Да, сбрасывание выиграли, а когда 3 на 3 контроль шайбы, у тебя намного легче. С Рудой здорово стеночку сыграли и забили. Говорят, чемпионский ход, когда с выезда привозишь 50, а дома чуть больше забираешь очков. Ты что думаешь по этому поводу? Слушайте, 50% это неплохо, но нужно стремиться набирать больше. Будем стараться дома еще больше выигрывать.